Россияне завоевали две золотые медали в заключительный день чемпионата мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходил в Польше. В минувшее воскресенье золото в категории до 65 килограммов завоевал Начин Кулар, победивший Баджранга Баджранга из Индии. Вторую медаль высшего достоинства в копилку сборной России принес Гаджинабиев, победивший в категории до 74 килограммов Аксарбека Гулаева, представляющего Словакию. Бронза у Василия Михайлова из Украины и Автандилаки. Кенчадзе из Грузии. Также в субботу на старте турнира россияне завоевали золото, серебро и бронзу.